Всем привет! С вами Константин, и вы на канале «Стройгарант Анапа». Сегодня мы с вами находимся в коттедже поселке Жемчужина, где хочу сделать видеообзор вот этого прекрасного дома 110 квадратных метров, который у нас в свободной продаже. И именно вы сегодня можете стать обладателем этого прекрасного дома. А как подготовили его внутри, давайте мы с вами вместе посмотрим прямо сейчас. Пойдемте! При входе в дом мы с вами попадаем в прекрасную прихожую, которая у нас составляет 6 квадратных метров, где блестяще может вписаться шкаф-купе. Также у нас здесь находится теплый пол, вывезенный радиатор, окно для освещения, которое будет естественное. Щиток для автоматов располагается у нас сразу с левой стороны, очень удобно. Межкомнатная дверь такого светлого цвета получается у нас эко-шпон материал. Далее мы с вами можем пройти. С левой стороны у нас такая прекрасная спальня. Она у нас составляет в районе 15,5 квадратных метров. Тоже выполнили ее в светлых таких тонах. Выводы у нас есть под телевизор. Три розетки, выключатель. И напротив, где у нас располагаться будет с вами кровать, тоже есть две розетки. Также у нас располагается под окнами радиаторы. Также наша компания использует окна Helix. Они у нас двухкамерные, три стекла. Очень хорошие, надежные окна. Далее мы проходим с вами напротив. У нас располагается санузел. Он у нас в районе 6 квадратов. Тут у нас тоже теплый пол. Также у нас есть радиаторы. Окно для того, чтобы у нас здесь был тоже естественный свет. Также у нас здесь располагается, получается, 4 светильника и принудительная вытяжка. Обязательно мы используем в каждом нашем санузле. Пойдемте далее. Далее мы с вами попадаем, как уже вы знаете, в сердце нашего дома. Это кухня-гостиная, которая составляет у нас 38 квадратных метров. Здесь у нас прекрасно расположилась кухня, где в зоне кухни тоже мы используем теплый пол, котел. Мы используем электрический в данном коттедже поселке Жемчужина. Разводка для теплого пола, моторчик, все полностью, все сделали, все гребеночки. Также розетки распределили для того, чтобы кухонный, когда будет здесь ставиться гарнитур, уже могли иметь приблизительно выходы для своего электропитания. Пойдемте далее. Далее у нас здесь располагается зал, и лестница идет на второй этаж. Лестницу мы используем в наших домах из бука. С этим материалом мы работаем уже не первый год, очень хорошо себя зарекомендовал, поэтому прошу вас, давайте пройдем на второй этаж. Поднимаясь на второй этаж, мы с вами попадаем в санузел, который у нас составляет в районе где-то 4,5 квадратных метров. Он идеально тоже подходит для второго этажа, где располагается санузел. Может расположиться прекрасно ванна, раковина. И также установили здесь батарею, радиатор. Выход есть у нас такое мансардное окно, получается. Оно открывается и очень прекрасно служит в данном доме. Далее пойдемте с вами в спальню. Спальня у нас составляет на втором этаже около 17,5 квадратных метров. Для кровати место, две выхода для розетки. Здесь может аккуратно встать какой-то шкаф-купе. Здесь выходы под телевизор, ТВ-антенна и тоже две розетки. В данном доме мы используем с вами натяжные потолки. И что немаловажно, у нас в каждой комнате есть выход под сплит-систему. Дальше мы с вами попадаем в спальню, которая у нас составляет, она на втором этаже самая большая, это спальня 21,8 квадратных метра. Тоже здесь
хорошо располагается кровать, напротив выход под ТВ, антенну и две розетки под телевизор. Есть такое вот место для тоже шкаф-купе, поэтому здесь в принципе все продумано для того, чтобы здесь чувствовать себя очень комфортно. Дальше хочу с вами пройти на нашу террасу, которая выходит у нас с кухни. С кухни мы попадаем с вами на нашу террасу, которая составляет 23 квадратных метра. Эту площадь можно, в принципе, сделать под навесом из поликарбоната, металлочерепицы или металлочерепицы утепленную. Если есть у вас вопрос по данному дому, он, как напоминаю, в свободной продаже, вы можете писать нам ниже под видео, звонить по телефону, который сейчас видите на своих экранах, и мы обязательно полную дадим вам информацию по данному объекту. Он у нас находится в коттедже в поселке Жемчужина. А с вами был Константин и канал «Стройгарант Анапа». Всем пока, до новых встреч. Если видео понравилось, поставьте лайк. Всем пока.